Всем привет! Если вы еще не знаете, чем заняться на выходных, не переключайтесь. Я, Наталья Медведева, расскажу вам, как не скучно и с пользой провести ближайший уикенд. Итак, поехали! До Нового года осталось чуть больше 20 дней. Уже совсем скоро будем готовить оливье и скупать тоннами мандарины. А пока время еще есть, предлагаю провести его активно на свежем воздухе. Тем более повод нашелся отличный. В эту субботу в детском городке на улице Комарова в 4 часа дня празднично откроем главный городской каток. Ваши коньки покорно ждали вас целый год, так доставайте их скорее и айда на лед! Вдоволь накатавшись и зарядившись хорошим настроением, уделите время культурным мероприятиям. Тем более далеко идти не придется. В Щелковском историко-краеведческом музее открыта выставка памяти легендарной летчицы Марины Попович. Название говорит само за себя – «Я летчик». Экспозиция расскажет о ярком жизненном пути Марины Лаврентьевны, между прочим, почетного гражданина Щелковского района. Сразу два новогодних турнира приглашает посетить универсальный спорткомплекс Подмосковья. В субботу и воскресенье юноши и девушки сразятся в самом интеллектуальном виде спорта – шахматах. Начало соревнований в 10 утра. Если устанете от напряженной работы мысли, посмотрите, как увлеченно гоняют мяч 8, 9 и 10-летние мальчишки. Новогодний турнир среди юношеских команд по мини-футболу начнется в 9 утра 8 декабря. Ну а в воскресенье просто непростительно пройти мимо УСК Подмосковья. Красивые девушки будут показывать танцевальные и акробатические трюки. Правильно, это Кубок Щелковского района по чирлидингу. На площадку выйдут 6 команд. Торжественное открытие соревнований в 10 часов утра. Сразу после окончания соревнований юные чирлидерши уступят место мини-футболистам 2007-2008 годов рождения. В 2 часа дня начнется игра между командами Щелковского района и Красноармейска. Приходите поболеть за наших. Ну и напоследок хорошая новость для любителей кино. В субботу, 8 декабря, в кинотеатрах долгожданная премьера увлекательного фэнтези «Щелкунчик и четыре королевства». Создатели киноленты представят свое видение известной сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Окунитесь в мир сказок и волшебства вместе с героями нового фильма. Ну что ж, надеюсь, вам есть из чего выбрать, и эти выходные запомнятся вам надолго. За нашими анонсами также можно следить в социальных сетях. А мы с вами увидимся через неделю. Отличных вам выходных!